Вы нас традиционно собираете перед праздником, и нам это очень приятно. Но сегодня, если вы не против, мы бы хотели начать с небольшого сюрприза в честь вашего прошедшего дня рождения. И мы с девочками долго-долго думали, и вообще все советовались. И плодом наших дискуссий стала придумка, подарок, который мы хотим вам подарить. Он очень приятный, чудный. Это ваш портрет, но нашими глазами. Если вы не против, я вам его вручу.